День добрый, Константин Новиков, архитектурное бюро «Юдин Новиков», партнер компании. Сегодня мы все занимаемся одним и тем же. Сегодня мы находимся на празднике, можно сказать, прекрасном празднике, который посвящен, в общем-то, выбору наиталантливейшего среди талантливых. Я думаю, этот выбор будет честен, объективен. Как член жюри я в этом принимал, на самом деле, самое, что ни на есть, активное участие. А я скажу, что очень порадовал, на самом деле, уровень общий. Порадовал откровенно. Вот. Очень ребята креативные, на самом деле, молодые, ранние. Чувствую, нас будут скоро подпирать слегка. Но мы, ребята, тоже крепкие, естественно, будем не сдаваться, будем помогать, учить, вот. Делать, в общем, делать общее дело, как бы. А без таких конкурсов это, в принципе, даже, ну, по сути, невозможно. Потому что только в конкурсе ты, на самом деле, понимаешь, где твое место и какое место ты, ну, в принципе, вокруг себя, не видя конкурентов, ты остаешься любимым архитектором своей мамы, а это совсем неправильно. Увидел на самом деле потенциал, и у меня есть мои маленькие тайны, которые я, возможно, предложу некоторым участникам. Вот. Это будет касаться, возможно, совместной работы. Давайте мы этот конкурс, на самом деле, обнимем двумя руками и пожелаем ему, на самом деле, главное, большой длинной дороги, потому что нельзя останавливаться, он очень правильный, идейно верный, их не так много, а для роста будущих профессионалов это самая важная основа и стержень. Поэтому огромное, на самом деле, спасибо участникам. Прекрасный формат выбран для церемонии. Уже это все подходят люди и отмечают. Вот. Весело, много. Лиц нарядно, здорово, так что атмосфера профи, супер, молодцы ребята, удачи!